Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня представляю новинки пятого каталога. Это первая жидкая матовая помада в серии On Color. Помада в тюбиках, очень удобная, и мне прислали два оттенка на обзор: нежный розовый и темный красный. Что рассказать про эту помаду? Она отлично увлажняет губы, потому что в состав входят масло семян клубники и витамин Е. А мы уже с вами познакомились с одним из ингредиентов. Это масло семян клубники. У нас вышло смягчающее средство не так давно, и оно, мне кажется, влюбило в себя многих. Далее, у этой помады очень удобная кисточка, что дает комфортное, приятное нанесение. Помада матовая и хорошо лежит на губах. И сейчас я вам покажу, как ее наносить. Начнем со светлого оттенка. Я вам прям покажу, как это классно. Смотрите, тюбик. Если, например, помада заканчивается, вы можете просто так сжимать тюбик, и аппликатор будет сразу набирать себе помаду. Это удобно по сравнению, например, с помадой серии The One, тем, что здесь, если даже помада не заканчивается до конца, ее уже взять никак невозможно, потому что тюбик не мягкий, как вот в этом случае. Итак, набираем помады, немножко сниму лишнее и наношу на губы. Кстати, как она вкусно пахнет, ягодками пахнет, очень приятный аромат. Итак, пробуем. Смотрите, какой классный аппликатор, он легко идет по контуру губ. Кстати, можно носить эту помаду, даже не используя контурный карандаш, она и так отлично будет лежать на губах, потому что еще и оттенки очень яркие и сочные. Кстати, будет 8 оттенков, и любая модница сможет себе подобрать тот цвет, который ей очень нравится. Я, например, люблю нюдовые оттенки, но иногда и яркие тоже идут в ход. По-моему, здорово получилось, просто супер класс. Нужно дать помаде немножечко высохнуть, чтобы она устоялась, и она сейчас блестит. Через некоторое время она станет матовая, и она хорошо лежит на губах, то есть достаточно долго. Но помните, это не стойкая матовая помада, а просто матовая помада, жидкая. Класс, мне очень нравится. Вот такой вот тюбик я вам рекомендую попробовать. Код у этой помады 409-60. А сейчас попробуем более яркий и насыщенный оттенок, темно-красный. А этот цвет просто бомба! Какой он яркий, сочный. И, кстати, я сейчас сделала более тонкий слой, и этот вариант мне нравится больше, потому что первый раз я носила помаду нежную розовую, я как-то жирненький слой нанесла, и мне хотелось промокнуть, а сейчас я прям аккуратно растушевала всю помаду, мне очень нравится. По ощущениям, что сказать, легкая. Чувствую я ее не совсем, слегка чувствую, то есть нет тяжести на губах, нет скованности, носится хорошо. Не было желания, я один день ходила вот с розовой помадой, не было желания ее стереть и нанести смягчашку, то есть она не подсушила губы. Все-таки увлажняющие компоненты играют огромную роль в любой помаде. Если вы меня спросите сравнение с помадой, например, The One матовой жидкой или Giordani Gold, не могу сказать пока своих прям таких ярких впечатлений, потому что мне нравится и та, и другая, и эти помады. Я люблю разнообразие, но здесь мне очень понравился вот этот как ноу-хау, что это в тюбике, и он такой легенький. Очень удобная кисть, удобнее, чем в серии The One Giordani. Она как будто бы сама рисует, хотя там тоже кисти бесподобные, с изгибом и так далее. Здесь она такая маленькая, ловкая.
зуб испачкала. Поэтому рекомендую попробовать, тем более что выбор хороший, и всегда хочется к лету какой-то новый оттенок, чтобы порадовать себя и создать какой-то классный новый образ. Я вас благодарю за внимание, желаю вам приятных покупок и только удовольствия от использования продукции Oriflame. Пока-пока!